Верхняя набережная преображается на глазах. Современное легкое, но при этом прочное ограждение из полимера – достойная замена ржавым железным конструкциям, которые уже отслужили свой срок. На данный момент уже произведены работы по установке 150 погонных метров. Это из полимера все делается, ограждение все из полимера, не требует ни покраски практически, ничего. Установленные секции уже дали термоусадку. Теперь необходимо их поддержать дополнительными анкерными креплениями, чтобы окончательно укрепить конструкции. Сегодня мы прибыли в город Анапу для того, чтобы провести шеф-монтаж по установке металлополимерных ограждений в данном исполнении, для того, чтобы обучить технологии правильной установки с выбором всех необходимых зазоров, для того, чтобы соблюсти технологию тепловых зазоров для работы данных полимеров. Впрочем, жители города уже оценили новинку. Новое ограждение пришлось анапчанам по душе. Вот с внуком вышли погулять после непогод. Очень хорошая набережная, погода хорошая, ограждение хорошее, красота. Часто ходим, гуляем здесь, очень часто. Новое ограждение хорошее, по сравнению с старым не сравнишь. Так что улучшения есть. Скамеечки хорошо. Скамеечки хорошо для пожилых людей сделали, это тоже очень хорошо. Так что спасибо мэру города. Продолжаются работы и на Пионерском проспекте. 1500 метров велосипедной дорожки уже на экваторе готовности. Здесь установлено более 3000 бордюров и засыпано порядка 600 кубометров щебня. Скоро уложат асфальт. А станица Анапская по поручению главы города Юрия Полякова восстановили 50 метров тротуара по улице Мира. Здесь демонтировали старую плитку и забетонировали пешеходную зону. Завершаются работы и по улице Гоголя. Ремстроевцы укладывают новую плитку на участке от улицы Красноармейская до Краснозеленой. Обещают сдать объект до 1 апреля. Также здесь установят дополнительные лавочки и урны. Давно уже, лет 10 живу, тут ничего не делался. А сейчас хорошо ремонтируют, поменяли. Очень красивый тротуар. Детям походить, покататься на велосипеде. Очень хорошо. Спасибо, кто делает. Работы по благоустройству продолжаются. На подготовку к курортному сезону осталось не больше 2 месяцев, ведь первые отдыхающие начнут приезжать уже в мае. К их встрече город должен быть полностью готов. Руслан Душевский, Анапа регион.